сейчас будет большой слив Машиных детских фоток на весь интернет. Мы повторим некоторые фотографии. Я для Маши приготовила один сюрпризик. Сейчас ей покажу. И вам все покажем. Маша, у меня для тебя сюрприз. Давай распаковывай. Ну, что это? Даже не знаю. Сейчас откроем и посмотрим. Что это такое? А, решила разорвать? Ну, так сразу разрываем. Давай, давай. Давай. Тут у нас вот такой фотоальбом, но это не все. Поднимай. А там... А что это? А там... Вот такие вот фоточки. Детские фотки? Да, сейчас будет большой слив Машиных детских фоток на весь интернет. Сейчас мы разложим все в альбом и вам покажем. Похоже, мы надолго зависли, потому что у нас перемешались все фотографии. Абсолютно не совпадают по датам. И нам теперь нужно подписать... Какая дата, какой фотографии? Фотографии у меня все по папкам и все по датам. А распечатались фотографии все вперемешку, и теперь нужно выбирать фотографии по датам и их подписывать. Сейчас с Машей пробуем это все как-то с этим разобраться. Разложить все по альбомчику. Вот уже начала раскладывать новенький альбомчик. Потом сядем, пролистаем и вам покажем. И если хотите, мы повторим некоторые фотографии. Напишите в комментариях, хотите вы такое в этом вот видео такое, или нет. Вот такую фотографию повторим. Ой, у меня кроватка такая где-то сложена, я даже не знаю, где она. Под елкой, например. Сейчас найдем в парке елку, принесем домой, украсим. Ладно, пишите, хотите, чтобы мы повторили какие-то детские фотографии. Допустим, найти это место в парке с этим деревом и повторить такую фоточку. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone. Фотки разложили, а теперь смотрим. Тут тоже смотрит альбом. Так, открываем. И это фото 2010 года. Тут Маше сколько? 2 годика, мне кажется. Вот такие вот фоточки. Вот Новый год. На Новый год такой вот маленький гномик. Это тоже новогодние. Так, вот фоточки. Маша тут сам себе парикмахер, бигудень каких-то налепила на голову. А это кто такой? Повторим такую фотку, нет? Кстати, мы сейчас будем смотреть фотографии с Машей, переметим, какие мы будем повторять фотки. Вы, кстати, пишите тоже, какие бы вы хотели, чтобы Маша повторила. Мы такие повторим. Так, это кто-то кушает. Это кто-то в рот набрал еды и не кушает. Это зима. Вот это точно сейчас повторим, когда уже май. Да, можно на море пойти и сделать этого песковика. Точно. Вот такого огромного-огромного снеговика слепили, просто огроменного. У нас редко такая бывает снежная зима. Это тоже снежная зима, это Аркадия, вон понамерзало все. Море замерзло. Это Маша со своими подружками и друзьями. Это Маша, я не знаю, что-то там. В компьютере рисует что-то. Программирует, программист. Так, это с бабушкой, с папой, с тетей. Так, это Маша в сапогах. Кстати, эти сапоги есть на даче где-то. Но сейчас вряд ли мы их найдем. Пакетик, Маша в пакетике. Такую повторим фотку. 100%. Маша вот в корзине с игрушками. Киевский торт. С киевским можно повторить, кстати. Да, конечно, сейчас тебе так прямо и куплю киевский торт. Ой, ясно. Так, вот такие вот с яблоком. Яблоко, смотрите, какое огромное по сравнению с Машей. Пылесосит Маша. Это в парке. Это любимая Машина утка. Так, смотрим, что у нас тут еще. Такая мимимишная, я не знаю, Маша вообще на себя тут не похожа. Как вы думаете, Маша похожа на себя или нет? Посмотрите на этого ребенка. Капец. Такой вот серьезный очень ребенок. Это у бабушки с дедушкой. Это в парке. Кстати, сейчас одуванчики цветут, можно будет что-то повторить, мне кажется.
Это тоже у бабушки с дедушкой Маша с такими курочками маленькими. Цыплятками. Это с тетей и с дедушкой на море. Кстати, можно... А, это смотрите, какая у меня мама модная. У меня, да. Мне кажется, сейчас тоже похожие штаны. Тоже модные? Ага. Так, это в парке. Кстати, можно что-то из этих фоток повторить. Маша тут с папой. Папа постоянно по работе разговаривает. И параллельно с Машей гуляет. Так. С лошадками. На лошадях будем повторять фотки? Точно, точно. 100%. О, можно повторить в таких же штанах. А, кстати, да, такие же штаны. Кофту, я боюсь, эту мы не найдем. Но можно попробовать поискать. Это, кстати, Аркадия. Вот это Аркадия, в которой сторисы мы иногда снимаем. Раньше она была вот такая. Это море с папой. Это в дельфинарии Маша и со своей подружкой, с которой, кстати, они сейчас в одном классе учатся. Это повелитель песка. Так, нам надо ускоряться, потому что, я не знаю, это видео будет на 100 часов. Так, тут шашлыки. Так, это в парке, это шашлыки. Это, кстати, как вы думаете, кто это? Это Маша. Это папа вроде. Да, это папа. Одно лицо, шапка вообще. Одна и та же, похоже. Так, это... Это я уже заканчиваю университет, кто не знал. В 2 года. На море, на море. И это, кстати, ремонт в этой квартире. Кстати, эти фотки можно повторить. С фонтаном. Вот такие вот в парке тоже фотографии. И... Это уже осень. Да, осенние с листьями. Смотрите, какая красота. День рождения. А сколько тебе тут? 2 годика? Да, наверное. 2 года. Угу. Такой вот подарок. Это домик подарили. Вы его, кстати, знаете. На видео видели. Это осень. Это Новый год. 2011. Опять вот такая вот зима красивая, снежная. Это вот Маша в одуванчиках. Вон еще. Вот еще. Это лебедей кормим. Это у бабушки с дедушкой опять. С курочками. Вот с одуванчиками. Это тоже, вот смотрите. Вот это модель. Красивая фотка. Такую повторить можно? Ну, как вариант, как вариант. Ну, у меня не такие длинные блондинистые волосы. Это Маша с урожаем. Смотрите, я вообще тоже такая блондинка, капец просто. Угу. И вот еще. Угу. С вишенками тоже. Это в подсолнухах. Это на море. Ой, вот это очень классная фотка. Ой, мимимишная, да. И, кстати, я где-то видела эту сумочку-собаку. Это как будто бы, мне кажется, вообще какая-то фотография именно фотографа, мне кажется. Да, очень красивая. Фотограф, я фотограф. Да. Спасибо. Всегда, пожалуйста. Это день рождения папы. Это тоже в парке. Это Маша с друзьями. Это, кстати, вот Марго. Крестная сестричка Машина, с которой недавно мы гуляли в предыдущем видео. Миле тоже очень интересно. Это вот мы все вместе. Это в новой квартире уже. Тут у нас пока штор нет, ничего нет. У Маши в комнате вот вообще одна кровать. Это уже день рождения опять? Да, это Маша уже тут 3 года. Это вот такие вот осенние красивые фоточки. Это кто у нас такой? Не знаю, кто это. Это, ну, какой-то, не знаю, жираф. Какой-то жираф, да. Ну, я не знаю, что это за жираф. И вот это вот Новый год. Машин первый утренник. И Новый год. Маша такая что-то задумала. Все, теперь мы выбираем фотографии, которые будем повторять. И поехали повторять фото. Поехали. Так, и первое место – это наша кухня. Вот так она выглядела раньше. Вот это угол, вот эта стена. Ой, вот так могу сесть. И тут холодильник. Нет, и вот сюда ближе. То есть ближе холодильника должна сесть куда-то на пол. Вот сюда перед холодильником. Только тапочки, наверное, нужно, да, убрать. Да, тапочки, наверное, нужно убрать. Так, ноги, смотри, вот так в одну сторону их. Вот так, только в другую. В другую, в ту сторону. Вот так. Все, отлично, так сиди. И сейчас сделаем фоточку.
Так, сейчас мы пробираемся, чтобы сделать вот такую вот фотографию. Там вон как раз детская площадка с этой всей, с курицами и лошадками. И сейчас будем повторять. Так, и вот мы нашли этого петуха. Так. Так, следующую фотку, какую мы хотим повторить, это вот с этим конем. Но этот конь сейчас другого цвета. Поэтому сейчас с Машей, смотри, короче, просто садишься. Поняла? Давай. Так, так, так. Теперь на меня. Чиз. Ну что, дело сделали, но фоточки у нас тут еще есть, поэтому идем дальше. Повторяем следующую. Пойдем повторять следующую фото. Фотку посмотрим, получится у нас или нет повторить вот эту вот фоточку. Вон тот домик. Короче, нашли мы вот этот домик. Маш, встань рядом с ним. Маша, не получится. У него никак зайти. Думаешь, получится? Давай, выглядывай. Чиз! Получилось, выходи. Следующую фоточку. На этой же локации нам нужно найти вот такую вот качелю. И Маша будет вот такая же довольная, но это качель. Когда Маша была маленькая, мы тут очень часто гуляли. Сейчас посмотрим, осталось ли тут что-то из твоего детства. Мне кажется, нет. А, есть, я же вижу те качели. Идем и сейчас это попробуем повторить. Так, вот эта качеля. И теперь повторяем фоточку ручкой за одну перилку, за вторую. Да нет, теплый. Так, мы немножечко устали, решили заехать на пляж перекусить Макдональдсом, погреть ножки на песочке. И сейчас сделаем еще одну фоточку. Перекусили, и следующая фотка будет вот такая вот на море. Маша, правда, будет немножечко... Не такая утепленная, но что поделать. Можешь просто сесть на корточки. Вау, песок. Сильно близко. Назад двигайся. Давай, давай. Это ты двигайся. Нет, давай, двигайся. Так. Язык в другую сторону. Вот сюда. И... И всем пока-пока!